Закон о бесплатном предоставлении многодетным семьям земельных участков был принят в Карачаево-Черкесии в середине 2012 года, став как бы реакцией региональных властей на федеральный закон о содействии развитию жилищного строительства. Стартовавшая больше 10 лет назад работа по улучшению демографической ситуации уже позволила обзавестись собственными 6 сотками земли примерно 8 сотням семей. Каким критериям должны соответствовать люди, чтобы иметь право на земельный участок от муниципального образования города Черкесска? Для постановки на учет в качестве нуждающихся в получении земельных участков граждане должны соответствовать следующим требованиям. Это дети должны быть рождены не ранее 17 июня 2011 года. Также в собственности у семьи не должно быть 15 квадратных метров на каждого члена семьи. И также от государства человек не должен был получать собственность земельный участок. Закон Карачаево-Черкесской Республики вступил в силу 28 мая 2012 года под номер 28РЗ. После вступления закона в силу, люди, которые мы ранее, как сказали, соответствующие данным критериям, приходили, писали заявление на постановку учет в качестве нуждающихся. По мере того, кто первый стал, кто за ним пошел, так и формировалась очередь, то есть от первого до последнего. В такой же хронологии и предоставлялись земельные участки данным семьям. Это единовременный вид поддержки многодетных семей. Повторно обзавестись земельным участком от государства уже не получится даже в том случае, если в дальнейшем количество юных домочадцев увеличится на несколько человек. Предоставление земельных участков началось в 2014 году. Первые земельные участки предоставлялись в южной части города Черкесска, это, так сказать, в районе МВД города Черкесска, где у нас сегодня располагается. Вторым этапом, я чуть на этапы делю, получается, у нас это в период с 2020 года по 2023 год мы предоставляли земельные участки в восточной части города. Получается, порядка 265 земельных участков мы предоставили. И в 2023 году, 28 марта, была проведена жеребьевка, мы предложили 25 семьям земельные участки, которые также располагаются в южной части города, возле МЧС. Сама процедура, как она проходит и для чего был выбран именно такой способ раздачи участков? Смотрите, я скажу поэтапно. Невозможно проанализировать все земельные участки в разных концах города, в разных частях города. Поэтому управлением имущества прорабатываются определенные кварталы. Если в 2012 году по 2019 год прорабатывалась южная часть города и изыскивались там земельные участки, то они там и предоставлялись семьям. А с 2020 года по 2022 год мы прорабатывали как раз таки восточную часть города полностью, где выявили вот эти свободные 265 земельных участков, также предоставили. В этом году, из-за того, что земли в городе не так много, мы уже точечно прорабатывали каждую часть города и выявили 25 земельных участков в южной части города. Естественно, после того, как выявляется как бы земельный участок, проверяем его права, применение, есть ли у него, пригоден ли он для проживания, соответствует ли у него зона для индивидуального жилищного строительства. После этого формируются уже данные земельные участки по 6 соток и вывешивается список свободных земельных участков до предоставления по ДЖС. Почему мы проводим жеребьевку путем, если вы видели, это когда в барабанах помещаются шарики с номерами, и уже каждый член семьи, который приглашается, он сам выбирает, как можно так сказать, свою судьбу, где именно расположен его участок. Чтобы как раз таки не было вопросов, что кому-то предоставили лучший земельный участок, кому-то хуже. Тут абсолютная открытость, что ты извлек из барабана с каким кадастровым номером шарик, тот земельный участок вам и полагается. Сами земельные участки – это просто земля 6 соток или все-таки какие-то коммуникации к ним город либо обслуживающие организации подключают? Данные земельные участки – это свободные земельные участки, на которых нет обременений, нет строений, которые в соответствии с законом мы должны предоставлять. Если мы сегодня говорим о южной части города, то частично коммуникации там проложены уже. Последнее предоставление 25 земельных участков, можно сказать, что в данном микрорайоне есть все коммуникации, потому что буквально через дорогу располагается МЧС. Также уже сформированный жилой сектор. То, что касается восточной части города, на сегодняшний день коммуникации там практически нету. Но управлением жилищно-коммунального хозяйства у нас на ежедневной основе ведется работа по включению в льготное кредитование, в нацпроекты для того, чтобы обеспечить данные семьи уже необходимой инфраструктурой, чтобы они могли полноценно жить и существовать.
Далеко не все предоставленные семьям участки уже сейчас полностью пригодны для проживания. Ко многим придется подводить коммуникации ресурсоснабжающих организаций. Но, как обещают мэрии Черкесска, участие в программах и национальных проектах позволит обеспечить людей всем необходимым. Это полностью задача муниципалитета, где мы будем прорабатывать и будем прокладывать все необходимые коммуникации для комфортабельной, спокойной жизни граждан. Еще такой момент. Вот, допустим, семья не может по каким-то причинам выбранную территорию, ну, ей не подошла, еще что-то. Какие существуют еще варианты? Может ли она, допустим, деньгами получить? Или это именно земельный проект, земельный закон, который позволяет только за счет земли? Ну, смотрите, в соответствии с действующим законодательством, когда мы проводим жребий, почему это является жребием? С момента предоставления земельного участка по жребию человеку, у него есть месяц на то, чтобы выехать осмотреть земельный участок, либо принять его в собственность, либо отказаться от него. При отказе от земельного участка человеку повторно предлагается другой земельный участок. Если человек отказывается три раза от земельного участка, он подлежит исключению из очереди. И в следующий раз он может только повторно стать уже отдельно на очередь в качестве нуждающего, ну, в самый конец очереди уже. То есть первым он уже не будет. Денежное довольствие взамен земельного участка не предусмотрено. Земельный участок предоставляется в собственность гражданам. Человек вправе продать земельный участок, обменять, построить, как бы, ну, как любой собственник, он имеет право распоряжаться им так, как он хочет. А вот очередь, насколько она большая на данный момент и сколько удалось уже обеспечить семей земельными участками? Ну, смотрите, вот как я уже отметил, с начала реализации данного закона предоставлено 786 земельных участков. Только за прошлый год мы предоставили 148 земельных участков гражданам. На сегодняшний день в очереди в качестве нуждающихся в получении земельного участка к многодетной семьи у нас состоит порядка 900 семей. Ну, вроде мы хороших результатов добились, да? Естественно, каждая семья, стоящая в очереди, она должна получить свой земельный участок. Могу просто вам сказать, что в 2020 году у нас очередность была 892 семьи. После этого, с учетом тех 25 земельных участков, которые мы сейчас разыграли, мы предоставили 800, получается 690 земельных участков. И на сегодняшний день у нас очередь порядка 900 семей. То есть очень много граждан, которые становятся на учет, которые признаются нуждающимися, которые претендуют на получение земельного участка. Ну, получается, у нас с одной стороны программа работает, с другой семей все больше, ну, становится. Город не резиновый. Как быть, где изыскивать эти территории? Поэтому на ежедневной основе управления имущественных отношений города Черкесска прорабатывает и инвентаризирует земельные участки, которые пригодны для проживания ИЖС, для того, чтобы предоставить данные земельные участки многодетным семьям. Также запрашивается информация у федеральных агентств распорядителей земельных участков, у регионального министерства имущественных отношений для передачи земельных участков, которые находятся в республиканской собственности, муниципальной собственности, чтобы могли предоставить данные земельные участки участникам программы. Ну и последний вопрос, он касается действия этой программы. До какого периода она, программа, существует, пока не все семьи не получат? Или, ну, то есть это своего рода стимулирование семей для того, чтобы они там увеличивали численность? Ограничений у данной программы нету. Вы правильно сказали, что программа действует до того момента, пока самая последняя семья, которая стоит в очередности, не получит свой земельный участок. Плюс данной программы, еще в отличие от программы по молодой семье, это в том, что если человек поставлен на учет в качестве нуждающегося, стоит в программе, он в любом случае получит свой земельный участок без разницы. Тут нету ни предельного возраста, ни доход семьи не оценивается, ничто. Если ты уже включен в программу, то обязательно тебе земельный участок будет предоставлен. И как дополнение, правом на земельный участок могут воспользоваться в том числе семьи с приемными детьми. Чтобы получить от государства 6 соток, многодетная семья должна быть прописана в течение 3 лет по месту подачи заявления на предоставление участка. Обо всех изменениях в ранее поданных документах граждане обязаны информировать комиссию в течение 10 календарных дней.